Сейчас будет мой первый запуск игры, я только диск вставил, я еще даже не играл, и я сразу хочу в мультиплеер. Я сразу буду играть в мультиплеере, сингл, я, как обычно, смотрю на ютубе прохождение от моего любимого ютубера, от DSP, Dark Side Feel. Вот, я в основном эту игру купил, чтобы играть в мультиплеер, как, в принципе, я Uncharted 3. С Uncharted была та же самая история. Сначала я играл в основном в мультиплеер, а сингл я до конца так сам и не прошел, вот. Но я тоже видел полное прохождение всех трех частей Uncharted, но я, в принципе, сам их проходил еще несколько, там, когда... Ну вот, когда вот вышла третья часть, да, пару лет назад, я играл у знакомых, но мне было неудобно на джойстике играть, поэтому они все сражения за меня проходили. Вот, ну и тогда я вот прошел все три части, вот, но сам лично, сам вот у себя дома, я так и не проходил ни один Uncharted, и Last of Us тоже, не знаю, буду проходить, нет. Вот, но в основном я и купил именно из мультиплеера, вот, как Uncharted тоже, третий, вот. На самом деле сингл я вот посмотрел, да, сколько я, часа два посмотрел, но мне как-то не очень понравилось, как-то достаточно скучно, там много стелса, много врагов нужно аккуратно там, да, прятаться, как в Metal Gear Solid. Вот почему я Metal Gear Solid не люблю, вот, так и Last of Us мне тоже не особо понравилось, потому что там очень много стелса. Вот, нужно аккуратно проходить там, вот, не знаю, мне это как-то очень скучно, мне это не понравилось как-то, вот. Ну, то есть, вот я прохождение пока смотрю, играть я буду в основном в мультиплеер. Вот, ну я начну свое прохождение, но я, скорее всего, буду не очень часто проходить, не очень много. В основном я буду на мультиплеере сидеть. О. Чудо, я знаю, вчера вышел патч, который глюк был с сохранением, нужно было или патч не устанавливать, или играть в онлайн, в офлайне. Вот, а потом выпустили другой патч. Хотя, не знаю, если это 1.0.1, то какой тот был? 1.0.0, что ли? Потом выпустили другой патч, который тот глюк с сохранением, типа, исправил вроде. Вот, ну не знаю. Будет, короче, обломно, если ты... Я не знаю, как тут мультиплеер. Я видел... Я мультиплеер видел тоже немножко геймплея, но еще до игры. Когда вышла сама игра, я не видел, какой там мультиплеер. Я видел только до игры, ролик там был, появлялся. Причем он был в не очень хорошем качестве, там, мультиплеер. Вот, так что я не знаю, какая тут, есть ли прокачка тут, как чего. А то обидно, будешь прокачиваться, прокачиваться, потом бац, короче, все пропадет и заново надо будет. Я слышал, что в Том Райдере такой же глюк был на компьютере в Стиме, когда ты качаешься и качаешься, потом бац, а у тебя Лара опять там нулевой уровень или какой, у тебя все опять сбрасывается. Нужно было сохранение копировать в отдельную папку. Вот, не знаю, как тут будет. Вот, сейчас мы, как обычно, будем играть в Uncharted, с тем же другом с моим, который, с которым мы играли в Uncharted. Вот, но он, в отличие от меня, уже играл в мультиплеер, потому что я не был уверен, буду ли я игру покупать или нет. И он поэтому сам немножко поиграл вначале. Вот, а сейчас он мне инвайт уже отправил, сейчас мы будем вместе играть, мы в Uncharted заседали, вот как раз вот все видео по мультиплееру в Uncharted, которые у меня есть, да? И это я все записывал, мы всегда с ним играли. Вот, я вообще один не люблю играть в мультиплеер без друзей. Я в мультиплеер люблю все время с кем-то играть. Из друзей, кого я знаю. Вот. Ну, что-то долго она идет. Я знаю то, что когда вот, если запустить игру первый раз, да, она обычно долго очень всегда загружается. А Uncharted, третья часть, да и вторая, по-моему, тоже, не помню, как первая, они все время долго грузятся. Не знаю, по крайней мере у меня, не знаю, или вот я на ютубе то, что смотрел, все время это кольцо крутится, крутится, загрузка, загрузка, слышно, как там Сонька что-то считывает, долго-долго грузится, грузится все время. Вот. Блин, игра полностью на русском. Сейчас я посмотрю, можно ли английскую я озвучку поставить. Вот, меню. Ну, тут, наверное, очень ярко будет. На записи. Так, вот противостояние, это, наверное, мультиплеер, да. Параметры. Игра. Но я никакого ни сезона пасса, ничего. Вот, субтитры включим. Подсказки, стратегические подсказки, жестокость. Режим слуха. Подсказки для ближнего, сообщения и медалях. Все включим. Так, управление, чувствительный вес, горизонтали, камера, вертикаль. Ну, это, наверное, такое же, как в третьем Uncharted, где управление, я еще не знаю. Изображение.
Ну, по умолчанию все стоит. Я обычно так все время и записываю на камере, когда. У меня же устройств захвата нету. Так, звуковые. Это громкость. Видеоролики. Формат по умолчанию. Стерео. Стерео. Пусть будет по умолчанию. У меня через телевизор идет. Размер динамика. А как можно выбрать озвучку английскую? А, вот, язык, текст русский, субтитры русские, а речь будет английская. Во, вот так, отлично. Так. Язык English, please. Блин, у нас сильный ветер на улице, я думаю, сейчас пойдет или дождь, или гроза, или вообще выкинет нахер все круто. Круто будет. Ну чё, он мне прислал инвайт, я думаю, сейчас на инвайт отвечаем. Упс, не туда нажал. Блин. Во, аж два прислал, да? Ну, пока я долго тут торможу. Сейчас, да, наверное, нужно будет уровень звука сделать потише, чтобы голосовой чат нормально было слышно, как в Uncharted'е. Я звуки очень понизил все, и звук, и музыку. Сейчас пока опять же соединение идет, я проверю, запись у меня вообще идет или нет. Да, идет запись. Так. The Still Remains, одна из моих любимых групп. У них новый альбом, блин, жду. Должен уж скоро выйти. Во. Я себе обойки поставил на рабочий стол. Так. Принять. Кто его читает? А, теперь мне нужно будет код написать. Погасить Network Pass. Но я это видео загружу уже после того, как я код включу. Я не знаю, можно ли так делать или нет. Потому что я знаю, что на Xbox, как только ты ввел код, то все, он за тобой так и будет закреплен, и никто его не сможет у тебя увести. А на Sony, я не знаю, если я сейчас введу этот код, потом, если я это видео загружу на YouTube, уже код же будет активирован. И потом кто-то его возьмет, введет, ему же будет написано, что код не активирован. То, что код уже недействителен. То есть, закрепляется ли тут за мной код или нет? Я на всякий случай сейчас что сделаю? Я сейчас это видео остановлю. Я не знаю, это, наверное, будет как вступление, что ли. И отдельно я уже начну в мультиплеер играть, уже пойдем дальше. Вот, сейчас я код введу, на всякий случай не буду записывать. Ну вот, я ввел код для мультиплеера. Сейчас мы пропуск этот быстренько установим. Все. Вот, это типа вступление к мультиплееру. Прошло 20 лет с начала эпидемии, разрозненные группы ведут борьбу за территории. Припасы людей, численность, залог выживания, поэтому каждая группа стремится стать как можно больше. Охотники. Давайте посмотрим. Бывшие жители карантинной зоны полагаются на собственные силы, предпочитают правила, выживают сильнейшие любым другим законом, демонстрируют высокую сплоченность, готовы убить любого, кто посягнет на них территорию или ресурсы, принимают новичков, чтобы увеличить свою численность и боеспособность. Выбор группы действительно до тех пор, пока ваш клан не погибнет или не продержится достаточно долго, чтобы победить. А, ну да, я знаю, я слышал то, что тут система кланов, то есть я особо много про мультиплеер не знаю. Я знаю, что тут система кланов, ты там своих друзей принимаешь в клан, и вы играете как, типа, одна команда против всех, во, типа того. Так, цикады. Бойцы организованного ополчения, изгнанные из оставшихся карантинных зон за политические взгляды. Принимают свои ряды всех, кто готов сражаться за их дело, верят в излечимость КЦИ, наверное, инфекция, и делают все возможности для поддержания этой веры. Готовы убить любого, кто встанет на их пути. Ну, я буду выбирать охотников. Я знаю, мой друг, он выбрал охотников. Я, наверное, тоже буду охотников выбирать. Потому что вот это мне тоже не нравится, потому что за политические взгляды они были изгнаны. Да ну нахер, я вообще сам по себе, я в политике никогда не разбираюсь, мне пофигу, какие там у кого взгляды, мне это как бы пофигу, все. Мне это не для меня это все. Вот, поэтому я выберу охотника. Так, полученный вам в игре преобразуется в припасы. Припас также можно забирать сил убитых врагов. Так. Подключиться. Дайте членам своего клана имена ваших друзей из Facebook. А, я не помню свой пароль. А, у меня, похоже, уже работает. Ау! О.
Слышь? Алло. Да, слышь меня? Да, да. Слушай, я, короче, сейчас долго-долго... Я это не мог конфеты найти, я хотел чай с конфетами, блин, долго искал. Потом нашел, короче, потом не мог джойстик найти. Оказывается, я его положил на кровать, у меня там одеяло, блин, скрученное, вот, нашел его. Потом сел, короче, за игру, включил, а диск уже куда-то убрал. Мне просят ввести онлайн-пас. Блин, я запись видео, короче, включил, остановил, пошел искать, куда я диск убрал. Вот, короче, я долго-долго подключался, блин. Поэтому ты меня извини. Извини, да, что тебе пришлось ждать. Я сейчас тоже выбрал... Он не стал, я сценарий писал. А, слушай, я сейчас тоже выбрал охотников, как и ты. И я сейчас через Facebook вошел, и сразу, короче, видишь, мы вместе. То есть, как бы она... Тут эта система, я думаю, работает нормально, а не так, как в Uncharted через жопу работала. Видишь, она тут сразу распознала то, что мы в Фейсбуке друзья, и нас подключила. Да, главное, что тут еще, когда ты один сидишь, тебе показывают, кто у тебя в Фейсбуке сейчас там друзья, все на кой фотки показывают. Так. Очень круто, короче. Ты немного тут так, играл? Ты все такое почищено. Да, я играл где-то, я играл в том, да, вчера, не позавчера, там буквально 3-4 раунда всего сыграл, ну может даже 5, ну где-то так. Подожди, мне пацан написал сейчас секунду. Я пока тут смотрю снаряжение. Штурм, снайпер. Это можно выбрать, кто ты будешь, что ли? Или как? Скрытность, поддержка, снайпер, штурм. Я сейчас, секунду, я все объясню. А это бустеры, что ли? Модификаторы? Кстати, у меня же игра на английском, я тебе говорил. Да ладно! И текст... У меня, когда я... Да, когда я брал обычный диск, да, покупал, вместо издания, это было на русском. А издание я это купил, оно мне на английском, уже пиздец. Блин. А у меня озвучку можно было выбрать русскую, английскую, еще какую-то. Я выбрал английскую, а это текст выбрал русский. Эти издания, короче, походу, что русские переводят, примерно, типа делают в специальном месте и продают по всему миру. Так, однократные усилители можно использовать один раз за игру. Для их получения увеличивать численность клана и выполнять задания. А тебе музыка не мешает? Ты сделал потише? Нет, не мешает, я тебя слышу нормально. Вот еще есть опция Void TV, но я TV здесь вообще не вижу. Походу потом добавить TV как патч. Да, да. Так, так, что ты объяснить? Я уже разбирался. Это самое, вот ты сначала выбираешь штурм, снайпер, поддержка, ну у тебя на английском. То есть тебе показывают оружие. Например, дробовик, то есть пистолет, винтовка. Потом типа модификаторы идут. Вот что тут выбирать, или это все стоит у тебя по умолчанию? Смотри, эти вот там где снайпер, да, там вот это вот все. Ну. И это, штурмовик, снайпер. Это ты выбираешь то, что просто основа, просто банальное снаряжение там. Там, хочешь быть снайпером и выбираешь снайпера с этой пушкой. А видишь, кирку есть? Да. Капсом лоад, лоадат. Что это как по-русски? Ну вот, это ты сам когда выбираешь. Да, вот смотри, ты выбираешь сам, ставишь себе, что хочешь. И когда мы ищем игру, там тебя спрашивают, кем ты хочешь играть, свое, что ты поставил, или вот этого, штурм, снайпер. И там выбираешь уже. Ага. Там мало там есть всего. Потому что, тем более, там еще не открыто внешнее дополнительное оружие. А в бою, когда ты находишься, собираешь эти припасы, и ты можешь со временем собрать все классные пушки. А пока оно закрыто на маленьких уровнях. То есть, если ты выберешь штурма, штурмовика, у него есть дополнительное оружие, автомат хороший. У него оно откроется как бы. Не знаю, понял ты или нет. Да, да. Это самое, я выберу штурм. Пока. Ну пока что на ИКОП поиграешь, когда подкачаемся, соберем там более всего, там уже можно свое что-то крутое замутить. Там может быть и огнемет брать, если что-то хочешь. О, огнемет хочу, огнемет. А у тебя уже открылся, как его получить? Не, я ж мало играл, мне еще очень открыто. Ну да. Есть пару шмоток, которые мне дали, за то, что я купил издание, у меня там были всякие там одежды для чувака и пару там этих модификаторов. Но ничего такого серьезного. Ну а как там, ты сейчас
как на игру-то найти? Я не знаю, я подключился, а тут как найти игру поиск игрока там или что? Ну я что привез его-то, у меня все. А ты кастомизацию уже переодел, чувак? Ну нет. Я на твой инвайт не отвечал. Я вошел в мультиплеер, мне предложили через Facebook подключиться, я подключился и сразу с тобой оказался. Я на инвайт не отвечал. Я два раза послал. Или ты. Я видел, но я хотел инвайт ответить, а мне через Facebook предложили. Ну круто, все равно ладно. А, ожидание лидера группы, да, ты лидер, поэтому ты выбираешь. Понятно. Да. Подожди, головной убор, сейчас я посмотрю, что тут есть. А, тут все закрыто. Тут открывается... Я такую фотку вижу из Фейсбука, она почему-то черно-белая. Слушай, тут открываются новые шапки, например, нужно выжить 7 дней и 2 недели. Да. Нифига себе, блин. То есть... я выжил 3 дня. А там как время идет, как там дни идут? Там время на экране есть или чё? Просто матч идет, ты его заканчиваешь, как матч, обычный матч. И в конце все написано, вот в кончике один день. Один матч, это типа один день. А, вот, насмешки есть, во. А пампы тут нету? Я есть фист памп. Оно первое стоит. Эмблема. У меня эта шапочка прикольная в издании была, мне дали. Наверное, у кого-то принято, я не знаю, не видел. Но у меня специальное издание, у меня шапочка такая прикольная. Смотри, кстати, еще, зайди в кастомизацию, смотри, там есть еще кое-что. Ща. О, можно на себя эмблему ставить. Прикольно. Да, да. Можно сзади, можно спереди. Так, не, у меня фотка синяя. Чё еще посмотреть? Синяя. Фотка в Фейсбуке синяя. Да ладно, это хуйня, фотка. Смотри, вверху, где выбираешь последнюю шапку, да? Это ты выбираешь, как сказать, шмотку на обычного, без брони. Ну, ты вот таким вот выбираешь простую шапку, таким ты начинаешь. Но в процессе игры ты находишь это армор. Ага. И когда ты его одеваешь, ты становишься таким, где написано вот хельмет, шлем. Ага. Сверху, видишь? Да. Там всякие шлемы, у тебя такая броня крутая. Да, да. Ты превращаешься вот в такого, когда армор собираешь. Хм. Ты выбираешь шлем уже для армора. Бля, горло что-то. Че, опять простыл, что ли? Хуй знает. Ну что, начинаем? Сейчас. Это самое. Что хотел сказать-то? А, ну я смотрю, тут, короче, как Ванчи, нажимаешь на ник, да, и можно звук выключить у игроков. Сейчас, секунду, погоди, я чайку немножко отопью и начнем.